Вот наконец-то сбылась моя давняя задумка – съездить на голодание к Филонову на Алтай. Мой опыт сухого голода до этого ограничивался 3 сутками. Хотелось попробовать большего. Так что списался, созвонился и вылетел в Барнаул. Отсюда еще 360 километров, и мы на небольшой и аккуратной базе отдыха на берегу Катуни. Здесь Сергей Иванович, гуру голодания и народной медицины, каждое лето принимает пациентов. Первый традиционно непростой день провел в дороге, второй вообще не заметил. Третий день голодания сухого подходит к концу. А неожиданно обильно сходил в туалет. По-моему. Даже непонятно, откуда все это берется. Возможно, начался как раз этот самый криз. На заднем плане это замечательное 5-звездочное место, где мы бытуем. Самочувствие удовлетворительное к вечеру. С утра так подустал. Сейчас начинаю свой 10-километровый мацион. 5 туда, 5 обратно. Думаю, что тоже подустану. В этой поездке у меня на самом деле три задачи. Первое. Не растерять последнюю мышечную массу на плечах и на руках, поэтому хочу какие-нибудь хитрости придумать. Вторая задача – это поучиться медитировать. Ну, благо, крышу сносит во время голодания. Почему бы не попробовать? И третья – не стать идиотом, нет, третья вовсе не такая. Третья – это, наверное, 8 или 9 дней пытаться провести в этом счастливом и экономном состоянии. Со мной вместе достаточно большое количество людей, человек 18, наверное, разных. У нас есть живой результат 8-дневного голодания, очень бойкая девушка Татьяна. Просто на нее любо-дорого смотреть. Соответственно, вспомнил, я наврал. Третий пункт – это не 9 дней, и не 10, и не 8. Третий пункт – это научиться на халяву запитываться энергией. То есть найти источники как-то. Ну, это где-то рядом с медитацией лежит. Пранаедение. То есть попытаться быть сытым и энергичным действительно без еды. Я в это, конечно, не верю, но почему не попробовать? Природа изумительна, и что особенно хорошо, нет комаров. База простая и незамысловата. Туалет на улице, электричество на генераторе только по вечерам, интернет еле-еле. Зато много общения, по крайней мере в первые дни, когда горло не пересыхает. Сергей Иванович постоянно с нами, разъясняет, отвечает, учит. Народ тут подкованный, идет активный обмен информацией по альтернативной и традиционной медицине. Достаточно обстоятельно поговорили с Сергеем Ивановичем. В частности, он мне рассказал, что запитываться можно просто, если ходишь босиком. Поэтому хожу босиком. Запитываюсь. Есть не хочется, пить не хочется, сушат немножко. Никаких мучительных ощущений нету. Хотя там какие-то ходят люди, жалуются. Но не большинство как раз нормально переносит. Все довольно много гуляют. Филонов рекомендует ходить 5-10 километров для увеличения оздоровительного эффекта. Вообще прогулка – это, наверное, единственное, что остается голодающему. Прогулка, запахи и виды. В одной из прогулок я обнаружил замечательное, прохладное и запитанное энергией местечко на берегу Катуни. Там я проводил довольно много времени, дыша чистым, свежим воздухом. Распорядок простой. Первая половина дня в ожидании своей очереди на процедуру, в зависимости от ситуации – массаж, пиявки, пчелы, банки. Во второй половине дня, как правило, экскурсия по алтайским достопримечательностям на автобусе, который постоянно ломался. Тем не менее, мы побывали в храме на острове Патмос, на знаменитом горнолыжном курорте Манджерок и тому подобных местах. Это отвлекает и скрашивает процесс голодания. Хотя я бы предпочел курсы медитации.
пятый день. Ночь была прекрасна. 8 часов сна, затеянные сны такие. Что нечаянно где там что-то закусил, попробовал, выпил. И так несколько раз. Особенно мне понравился какой-то банкет, где там было шампанское, экзотические фрукты. Что-то еще. Мне все это нельзя, говорю, не буду. Ну а как я там я смотрю, там кусочек экзотического фрукта уже надкусан. Я говорю, отплевываюсь. Думаю, это же сон. И просыпаюсь и проваливаюсь в очередной сон, где тоже какие-то салатики. Но они как раз были как искушение, я их не хотел. Попадали ко мне случайно. Бодро встал и тут пошел делать йогу и после каждого упражнения темнота в глазах. Начал делать все очень медленно, как ленивец. И все равно такие приливы, у меня столько этих приливов как бы не было никогда. Так что пятый день начинается занимательно. Чтобы все-таки сохранить мускулатуру на руках, я прикрутил камни к своим пешеходным палкам. Впрочем, в итоге это не слишком помогло. У организма своя программа худения. Познакомился со славным человеком Пашей, страстным рыбаком, ценителем жизни, который голодал, не бросая курения. Это Паша на 4-м дне голодания. Сегодня он обрел надежду поймать большого хариуса. Нет, я его не терял. Паша еще, ко всему прочему, курит. Это горно-алтайский ботанический сад. Все первым делом бегут вон в ту избушку, где покупают чаи и всякие смеси. Я тоже купил. Как-то сегодня испытываю неприятную слабость, но еще и жарко. Может быть, из-за этого. Тут на Алтае вообще культ целебных трав, бальзамов, чаев, мумиё и еще много того, о чем я и не слышал. Все это продается почти на каждом углу. 6-й день голодания. С утра поделал дыхательное упражнение. Йога пошла легче. Потом мы с Пашей отправились на поиски новых мест. Конечно же, психика меняется. Начинаешь ценить запахи, свежесть воздуха, сам процесс дыхания. Вокруг много воды, которую тебе нельзя трогать. И ты, как зачарованный, можешь подолгу смотреть на эти манящие струи, как бы впитывая глазами живительные качества. Мечтаешь о том, какие будешь пить лимонады, квасы, чаи. Но самое тяжелое время – это жара. Спасибо Томпсону за песню «Бананов». Сейчас жарко, мухи. А в жару голодающий вообще превращается в живой труп. Лежу, слушаю «Бананов». Еще Алтай знаменит своей рыбой. Хариус, таймень, форель. Но была большая вода, в это время рыба неактивна. Так что приходилось ездить далеко на коммерческую рыбную ловлю. С более чем скромным успехом. 7-й день. Сушит горло изрядно. Чертовски хотелось понюхать черной смородины. Ночью ходил по базе, искал. Даже нашел какие-то листья. Сходил как мощно вообще. Спасибо, наверное, массажу внутренних органов. В целом, самочувствие не сильно отличается от предыдущего. Даже, наверное, лучше, потому что пришел облачный фронт, принес свежий, насыщенный влагой, энергетический, озонированный, замечательный диетический воздух. Мы тут сидим, покуриваем кто чего, наслаждаемся, но сушит заразу. И слабость, конечно, в наличии. Герои воли и здоровья поднимаются в гору, счастливые, надышавшись воздухом. На самом деле мы это работаем на камеру, а так мы вот так. Так-то да. Мы... Недолго.
хороший кондиционер. Шикарная, влажная атмосфера. А вот наша электричка. На поздних сроках может начаться внутренний жар. Говорят, это активизируется процесс оздоровления. Обкладываемся бутылочками с ключевой водой. Я продолжаю бороться за мышечную массу. Восьмой день. А также мой день рождения. Погода. Подарок. Идет мелкий дождь. Прохладно, космо тумана, ползут по холмам, по горам. Дышу, как будто кушаю. Кислород, запахи. Легкое внутреннее. Какое-то такое. Мутит. Док говорит, что печень, желтые глаза у тебя. Все плохо, тебе надо есть раков, тогда у тебя будут белые глаза. Я ему верю. Сегодня пойдем на разведку вдоль этой реки, там какой-то водопадик. Будем искать место, потому что завтра будет солнце и будет 28 градусов. Завтра будет 9-й день и будет совсем тяжело. Я хочу пошарить, покупаться. А так сегодня отлично, делал зарядку с этим. Практически без потемнения в глазах. Но перед этим подышал. С этими очищающими дыханиями. Вот так, дорогие мои. Физиологические ощущения сродни горной болезни. Сергей Иванович говорит, что это токсины, а я думал, что это затруднение кровотока связано с повышенной вязкостью крови. Но, наверное, он прав. Запасов воды в жировых и прочих тканях организма много. Для контроля вязкости достаточно, для вывода токсинов нет. Поэтому рекомендую заниматься дыхательными упражнениями. Они помогают очищению. В основном народу нужно охлаждение. Все становятся медлительными и еще острое желание нюхать что-то освежающее. Кирилл подходит к этому основательно. Камера запах не передает, поэтому здесь не на слово. Ничего божественного в этом месте нет. И готовит ядреную смесь запахов лимона, листа и черной смородины. Делим на всех по чуть-чуть. Вообще черная смородина – это самый приятный ароматный запах. Китайский. Рецепт просто вода, лимон и листья. Секретного супа. Супа. Аж лапки подкашиваются. Тяжелое утро 9-го дня. Вчера во второй половине началось это колбашение, слабость. Я-таки прошел 4-7. Честно говоря, нечаянно. Выкладывают уши. Слабость продолжается. Такая, как будто ты на высоте. Несмотря на то, что погода благоволит. Сегодня план не сорваться, дойти до хитрого места, где можно отлеживаться у воды. Возможно, поставить палатку, возможно, заночевать там, а утром залезть в ручей, вылезти. И попить теплой водички, не спеша. Это будет выход. Если сегодня будет настроение, попробую
пошалить. Залез пораньше в ручей, но не пить. Такая вот история. Все трясет. В общем, проскочить не удалось. Это там у меня парни в палате вообще жарятся. У них жар, я им какую-то воду принес. Я тут без жара, просто 6000. И ты вот. Так, черт, ты что, хули? Тем не менее, нашел в себе силы сделать зарядку. Потому что твердый распорядок дня и такие вот ритуалы – это основа выживания. В мой крайний день нас отвезли на Семенский перевал, в высокогорную кедровую рощу. Сил хватило только отойти на 100 метров от автобуса и завалиться под роскошным кедром. Добрая девушка принесла снег. Тут и начался тот самый жар, который, по мнению Филонова, лечит. Этот снег был как манна небесная. Он заряжал нас энергией. Десятые сутки, последние часы выхода, перед выходом, разовоперство Эрос, уже окрасило небо. Пойду на свое сакральное место, попробую сначала просто искупаться. Если будет колотун, придется туда пить горячую воду. У меня с собой термос. Это первый тестовый заход. Солнца нету. Но уже как бы, что ждать? О! Ура! Еще разок! Горная река. Сильный мужчина лежит прямо в холодной воде. Не могу сказать, что меня сильно радовала эта вода. Холод не чувствовался, но и облегчения особого не было. После второго купания уже в солнечной воде. Ну как, нормально? Первая вода, да тебе иди. А? Температура-то как? Вообще, ты масса. Плюс 25. Два раза искупался. Немножко повалялся. После сыра кубовотого. Там еще две кружки, две чайных ложки. Основательно прочистился желудок. Даже я боюсь больше пить. Чистое, хорошее, нормальное, ничего не пить, съедает. И свою четвертую кружечку водницы. Погода, к сожалению, не солнечная. Спасибо Паше за то, что оставил костер и за мной тут ухаживал. Я думаю, что, конечно, холодная вода – это перебор. Когда они сходят с ума, пытаются согреться, до колбас. То есть купаться надо в теплой воде. Купаться надо в теплой воде, а пить можно, начиная с теплой, потом холодной. Вы мечты любого сухого голодающего окунуться в ключ вечной молодости. Они мягко соударяются физиологические потребности организма
согреваться. Начинается колбасение. Это лучше, конечно, покушать сначала. Пройти схему, покушать. Набрать немножко жирок в крови. И потом пытаться отсекаться. В мой день выхода несказанно повезло. Была экскурсия к водопаду. И вот тут-то я наверстал упущенное холодным утром ощущение. Это был великолепный, феерический финал возвращения к великой воде. На следующий день после моего выхода был выход Паши. Мы отправились на наше сакральное место. Я почувствовал именно то, что вот, ну, знаешь, столько дней ходить туда, наслаждаться, получать от этого места удовольствие. А потом самый ответственный момент. Да, да. Пойти в баню. В баню, в которой уже, ну, наверное, сотни, а то и тысячи людей побывали. И там выходить не хочу. Знаешь, почему на Руси никогда не ставили дом на месте, в том месте, где была баня? А? Никогда. Потому что она смывается всякой грязью. Потому что все. Баня же это чистилище для русского человека. Но все, что ты смываешь, это там остается. И ни в коем случае дом нельзя оставить на этих местах. Так и мы с тобой, Юлик. Чистюли. Вот, наконец-то, заканчивается наша история про 9-дневное голодание. Мы возвращаемся на базу, к водичке, к вкусным компотикам, через некоторое время к ушице, к процессу выхода, который достаточно длинный, но гораздо более приятный, чем голодание. Спасибо Сергею Ивановичу Филонову, спасибо всем, кто с нами был, спасибо Алтаю большому и сильному. Я сейчас жду, что-нибудь такое. Кто-то вырезает из рефлекса. Ага. Да. И с сотового телефона на первый канал телевидения. Да, точно. Как люди помирали, тут на BBC. Вот главный гитлер, да?